Ежегодно с 1 августа по 1 сентября в Иванове проводят акцию «Собери ребенка в школу». Канцелярские наборы вручают школьникам, в семьях которых 6 и более детей, школьникам из малообеспеченных семей. Всего более 370 человек. Помогут в этом году и детям участников спецоперации, подразделения которых базируются на территории региона. Дети посещают наши школы, школы других городов нашей области. И даже за пределами области есть тоже у нас военнослужащие. Большое количество канцтоваров и необходимых материалов требуется для учебы. Мы по тем спискам, которые были нам с воинских частей переданы, полностью сейчас эту потребность закрываем. Чтобы приобрести сертификаты, народные избранники пожертвовали свои личные средства – 3 миллиона рублей. В этом году мы вручаем сертификаты семьям, в которых воспитываются 6 и более детей, семьи, в которых есть школьники, которые обучаются на дому, и семьи участников специальной военной операции. Всех поздравляем с началом учебного года, желаем всем отличных оценок и прекрасного настроения. Сертификаты на покупку канцтоваров можно использовать в 4 магазинах города Иваново. Теперь женам военных не надо думать, где и как купить портфели, ручки, карандаши, краски и тетради. Конечно, это трудно. Дети сейчас собираем. Все это, соответственно, стоит немалые деньги. Поэтому огромное спасибо за оказанную помощь. Такое проведение акции, как «Собери ребенка в школу». Военнослужащим. Их женам, семьям, всем поможет эта проведенная акция. Они на эти сертификаты купят те или иные вещи, и школа, соответственно, подготовится. Отметим, что военных таким образом поддерживают впервые, а самой доброй традиции уже 16 лет. Марина Зейна, Максим Шишкин, телекомпания «Барс».